Премьер-министр накануне Дня спасателя поздравил сотрудников ГСЧС с профессиональным праздником. Владимир Гройсман подчеркнул, сейчас задание правительства обеспечить спасателей техникой, оборудованием и повысить заработные платы. Он отметил, что финансирование службы уже увеличено в 3 раза. Сотрудникам передали ключи от более чем 200 квартир, а минимальная зарплата увеличится до 9 тысяч гривен. В украинском суспільстві вы маєте щиру повагу. Ви маєте авторитет. І наше завдання сьогодні влади – зробити так, щоб наш рятувальник був забезпечений, щоб у вас була достойна заробітна плата, щоб ви мали найкращу техніку для рятування. І це завдання ми виконуємо.